Принимает мяч на грудь, смещается в центр, передача. Ромес не понял, а Валерий Горбачик рванулся за этим пасом и падает Валерий Горбачик. Это пенальти. Это пенальти и уверенно на этот раз уже на точку показывает Дмитрий Дмитриев. Валерий Горбачик прокидывал мяч, хоть это и было в сторону от ворот, но Андрей Кудровец, посмотрим повтор этого эпизода. Ну да, прокидывал мяч Валерий Горбачик, и тут уже по инерции Андрей Кудровец его снес. Да, вот на этом повторе четко видно, что первым был на мяче 33-й номер автозаводцев. Ну что ж, пенальти, есть шанс у Торпедо вырвать победу впервые за разгон. Удар, и мяч залетает в сетку. 2-1, Дмитрий Лисакович. Ликует Дмитрий Молош, ликует сектор болельщиков Торпедо БелАЗ и празднуют. Ну, наверное, рано говорить еще победу, но празднуют этот, да, что первым на мяче был Андрей Кудровец и уже просто по инерции снес. За ним Евгений Абрамович, а нам дают еще раз повтор реализованного пенальти Дмитрием Лисаковичем.